Що ж, друзі, до студії Нового дня завітала директор освітнього центру Ангеліна Яковенко. Вітаємо вас! Доброго дня, дякую за запрошення. Зовсім скоро всі діджашки підуть до школи, першачки почнуть вивчати нові предмети. І ось від вас хотілося б дізнатися, коли саме варто розпочинати з дитиною вивчати іноземну мову? Вже в школі чи, можливо, ще заздалегідь до неї? Очень интересный вопрос, потому что большинство родителей задают нам эти вопросы. Что хочется сказать? Самое главное, чтобы ребенку было комфортно изучать иностранный язык. Потому что если мы сталкиваемся с изучением языка уже в первом классе, то мы должны знать, что в первом классе детки должны уже читать на украинском, на русском языке, если это русская школа. И, конечно же, они начинают изучение иностранного языка, первого английского, либо же немецкого. И так предусмотрена программа, что за первые полгода детки должны уже знать определенное количество английских слов и также читать уже на английском. Соответственно, многие родители, многие молодые мамы задаются вопросом, как же начать изучение иностранного языка с самого рождения. И действительно, сейчас очень популярным является воспитание ребенка как билингва, то есть ребенка, который спокойно может общаться на нескольких иностранных языках. Например, вы задаете вопрос на русском, ребенок отвечает на русском, на украинском ребенок отвечает на украинском языке, на английском ребенок отвечает на английском языке. И, конечно же, очень много пособий, книжек, молодым мамам в помощь, а также очень много разных методик преподавания, как же воспитать билингва. Якщо ми розпочинаємо вивчати іноземну мову вже з народження, то до школи дитина приходить з якимось запасом слів, запасом знань і вже може похвалитися тим, що вона розмовляє на цій іноземній мові. Але якщо цей час вже втрачено, вона не вивчала, як розпочати вивчення іноземної мови комфортно, щоб це не завдавало деяких незручностей і дитина не виглядала слабенькою на рівні з іншими? Конечно же, когда ребенок приходит в первый класс, он сталкивается с тем, что некоторые детки уже знают английский язык, читают, знают некоторые песенки, определенный запас слов. И тут возникает вопрос. Ребенок начинает себя чувствовать хуже. На уровне этих деток возникают какие-то комплексы, возникает противоречия к учебе. И тут, конечно же, в помощь, конечно же, идет мама, преподаватель, который поможет в школе или на курсах ребенку этому. Конечно же, это игровая форма, это дружеские советы, как же изучать язык, это дружеские песни, все, чтобы ребенку было комфортно изучать. И потом, конечно, когда у ребенка есть интерес, мотивация к обучению, к изучению этого иностранного языка, тогда все проходит намного легче. Никаких комплексов, ничего плохого у ребенка не появляется. Зараз дуже нагальною є проблема, що діти, вивчаючи іноземну мову вже з 1 класу до 11-12, стаючи випускниками шкіл, мову начебто знають, а розмовляти не вміють, розмовної немає. Як подолати цю проблему? Конечно же, очень многие родители и школьники с этим сталкиваются. Но тут, конечно же, проблема нашего образования, нашей реформы образования. То, что материал, который предоставляется на каждый класс в изучении в школе, он является очень огромным. Конечно же, преподавателям очень трудно справиться с таким большим количеством учеников. Но тут, конечно же, родители должны помочь своему ребенку и обязательно помочь либо советом. Может быть, родители сами изучают иностранные языки, тут помогут им. Может быть, это будет репетитор или курсы иностранных языков. Потому что, например, на наших курсах Никинг детки учат английский язык с 4 лет. То есть у нас есть программы, которые готовят детей как раз-таки к первому классу. Есть программы, которые готовят школьников. То есть также детки, например, с нулевым знанием английского языка, но которые учатся во втором, в третьем классе, они попадают в такую же группу, такого же возраста, и обучение проходит очень комфортно. Ви сказали, що у вас найменша група – це з 4 років діти. Як проходять у вас у ваших групах 4-річних діточок навчання в ігровій формі? Що вони вивчають і який запас знань вони вже знають? Это самые замечательные группы, потому что дети своим незамыленным взглядом могут спокойно изучать английский язык. Конечно же, это преподаватель, которого они очень уважают и любят. И когда у преподавателя и у деток дружеские отношения, они могут спокойно заниматься изучением языка. Детки изучают слова, изучают конструкции слов, словосочетания, предложения. Также очень много поют, танцуют. Это подвижные занятия, потому что
дети в таком юном возрасте, им надо постоянно менять способы изучения языка для того, чтобы им не становилось скучно. Конечно же, это определенная система оценивания для того, чтобы мотивировать деток. Конечно же, и когда детки приходят уже в первый класс, во второй, то мы можем замечать, что они получают первые, вторые места на олимпиадах. За этим все-таки стоят и репетитор, и школа, и преподаватель в первую очередь за такими знаниями. Зараз дорослі, коли хочуть вивчати іноземну мову, звертаються до носіїв цієї мови і, спілкуючись, так вони її вивчають, вважаючи це найлегший шлях. А ось з дитиною, як обрати репетитора? Це має бути носій мови чи просто кваліфікований викладач? Я все-таки за наших квалифицированных преподавателей. У нас замечательные университеты в городе, которые готовят высококвалифицированные кадры. Почему? Потому что все-таки не носитель может спокойно объяснить маленькому ребенку, используя его привычную речь, его привычные слова. А все-таки носитель языка в столь юном возрасте будет немножко сложно. И все-таки для взрослых людей, которые тоже хотят изучать иностранные языки, я советую обращаться к нашим преподавателям, а уже в дальнейшем выбирать носителя языка для того, чтобы, скажем так, сделать advanced, высокий уровень своих знаний. І коли дитина пішла до першого класу, в неї з'являються нові уроки з іноземної мови, як зрозуміти, що їй не вистачає цієї шкільної програми і варто звернутися до репетитора? Мені кажется, тут треба бути родителям дуже внимательними, тому що на самом деле все школы иностранных языков занимаются по учебникам. Это могут быть оксфордские, кембриджские учебники, которые на 95% совпадают со школьной программой. То есть возникает парадокс нашей школьной программы, то, что программа есть, а знаний этих нет. И все-таки курсы, репетиторы, они всегда в помощь, выбирая высококвалифицированную литературу, которая в первую очередь даст результат. Коли дитина починає спілкуватися із репетитором і вивчає іноземну мову у школі, чи немає такого дисонансу? І приходячи до школи, дитина може не сприймати вже вчителя іноземної мови? Мені кажеться, що тут проблема і преподавателя в школі, і репетитора. Звісно ж, ми знімаємо шляпу перед всіми преподавателями в школі, тому що це огромний труд, і уважаємо всіх преподавателів. Но репетитор, если у ребенка цель просто догнать школьную программу или получать хорошие оценки, это будет одна программа. Каждый репетитор для каждого ребенка выбирает свои методы обучения, а также выбирает тот уровень, который можно дать ребенку. Потому что если у ребенка цель и мотивация поступить в иностранный вуз, то это будет совсем другая программа. И тут не надо себе занизывать планку, а наоборот изучать максимум язык и, знаете, не обращать внимания на школьную программу. Это не есть потолок, потому что, выходя с 11 класса, детки должны уже знать на таком уровне английский язык, чтобы они смогли спокойно, если захотят, поступить в иностранный вуз. А щодо вивчення двох іноземних мов, багато батьків намагаються вкласти у свою дитину все і якнайкраще. Дитина вивчає українську мову, російську мову, англійську і додають іноді ще польську, німецьку, болгарську. Як щодо цього? Это прекрасный микс. Чем больше вы знаете языков, тем больше вы человек, и тем проще будет вашему ребенку в дальнейшем обустроить свою жизнь. Дякуємо вам за таку дійсно корисну розмову. Хотілося б декілька ще порад для батьків-першачків, які тільки готують дитину до вивчення іноземної мови. На що варто звернути увагу, як обрати собі викладача, репетитора і, можливо, як допомогти дитині покращити вивчення шкільної програми? Прекрасный вопрос, и хочется пожелать всем молодым родителям, у которых детки идут в первый класс, у которых детки идут в школу 1 сентября, не переживайте, это будет замечательное время для ваших деток, и всегда помните о том, что вашему ребенку нужна будет помощь. Не бойтесь спросить у него, пусть ваш ребенок не боится вас попросить о помощи по изучению любого предмета, а по изучению английского или любого другого иностранного языка, всегда хочется сказать вам, что пусть преподаватель, которого вы выбираете, репетитор или курсы, будет всегда близко, рядом с вами, ваш ребенок любит эти курсы и занимается по лучшим учебникам. Например, в школе Никен, в которой мы работаем, наша методика заключается в том, что мы всегда направлены на нашего клиента, на нашего ребенка, который к нам придет, мы должны знать о нем все и максимум помочь ему адаптироваться не только к нашим курсам, которые мы ему предлагаем, но и к будущей жизни, дать ему те знания, которые ему помогут на протяжении всей его жизни. Дякуємо вам. Сьогодні, нагадую, до студії Нового дня завітала директор освітнього центру Ангеліна Яковенко.